То есть пробежал лужу, дал гнев небес, блядь, и пошел 15 секунд обычной ротации ебенить. Нам в твоем синтаксе мы тебе то, как они описали механику. Нихуя. Ну, когда... У тебя же инстинкт выживания 3 минуты, когда ж сами по себе. Я так же, как это у незыбки СДК и так далее. Там же у них саму свою когда. Короче, как выйдет, посмотрим, видно будет. Да, да. Ну, все равно пообсуждать хочется что-то. Интересное что-то. Выкидываешь колбу, ставишь, блядь, две треньки на хосту, нахуй, камни на хосту, блядь. Ой, пиздец будет. И ебашишь, да? Да, на и танк ебашишь. 30 лицитов. Да, и в четверг будут все камни желтые, блядь, скуплены. Поэтому уже сейчас надо кстати, скупить кстати, маленько. Кстати, а какого хуя так обычные камушки вот, плюс 20 мастерки подорожали? 100-120 голды, блядь, за камушек стоит. Кстати-ка, он для соляры нам бы протопало одного хотя бы одеть в два куска Т5 и вообще можно курить бамбук. Протопал будет и танчить, и косты всем кикать нахуй. Добавили вот эту, сука, дырку в гнездо. Нахуй бы она сралась. Нежели богато, так и нехуй начинать. Теперь еще печеньку лутай из-за них. Че, она теперь лучше стала? Ну, по крайней мере, тебе его надо будет лутать. Там хосты больше будет. И тогда ты нон-сет руки можешь взять на хаст, на крит хаст. Опять ТТГшку фармить. Дикастерских этих кистей, крит хаст, чаркл на хаст. Извиняюсь. Берешь этот пояс с ловкостью. Там как раз хоста есть. Еще чарку на хосту. Туда же. Надеваешь теренаску с кастерским щитом. Выкидываешь ШМ в сумку, берешь джинрок нахуй.
А чё Обема молчит? Обема? Да. Устал, наверное. Заебался, да? Хочет посмотреть, как рейд без него справится. Так как? Пачка бичей, говорит, сможет что-нибудь или нет? 20-й трай, говорит. Хил сдох на метеоре. Стой, стой, подожди, сейчас бидон. А, он не в сети. Я думаю, отхилить. Отхилят. Давай, Юля, запускай шарманку. Давай, я первую лезу, ты вторую. Давай. Дистанцию между собой. Так бы еще и фиолетовое говно заебашить. Подъебало зашел. О, стойте, трэш не ебашьте, сейчас не заебаю. Я справа легко ловлю. Хилы в Левашево, чё там, спите? Берегитесь.
Галаша, не забывай в армию каста таун давать. Святилище пало. Что, выбирайте, кто из танков будет во тьме. Есть претендент? Юля будет во тьме. Или давай я лучше. Хоть раз повожу в Герину. Огонь тогда заберите. Ауру. Так, я сапрота, да, наверное, лучше выпить. Но... Ну чё, блядь? Да, да. Обаймы, блядь. Ты чё, голос изменил? Какой голос, не знаю. Это. Электроник, сука. Паладина хуёво ставить в свет. Почему? Потому что почему? Нас четверо всего. Там два будет и так. Войт, а что ты с микрофоном, блядь, сделал? Да, я там прогу скачал. На бутылку сел. Голоса. Тебе Абэма, надо... блядь. Тебе надо Абэма... в святую. Абэма, блядь. А, там убирай еще, блядь. Хуйню. Там еще рарник, блядь. Ой, хулитрин. Сука, блядь. А что такое? Я не понял нихуя. А ничего, блядь. А ничего, это пиздец. Я-то не слышу нихуя. Понятно, потом порёшь, нахуй. Пиздец, блин. Ты потом этот мувик посмотри, как записывал. Это какая-то хуйня, нахуй. Мне кажется, это хуетень какая-то, не подходит нихуя. Ты как будто поёшь. Ебать, поёт, чисто сидит парень. Холи дринк, ну, нужен, блядь. И в ретрике, блядь. Может, кому-то другому потанчить. Вот, знаешь... Знаешь, как это звучит, Войт? Хуй знает. На гармошке, как будто сейчас. Ты хуяришь и поешь. Я в чат скинул ссылку, зайди, послушай себя. А, ты уже записал? Ну, я стрим так включил, записывал. Сейчас во флудилку. Единственный вариант спекать Катрисию в танка. Лингрена в ретрика. На, Войт, зайди, послушай себя. Где? А я во флудилку ссылку кинул. Что это такое? Ты хотя бы говорил длинными предложениями, почему было интересно слушать. Что, как варик можно холипала во тьму отправить? Что, как варик можно холипала во тьму отправить? Это что, стрим, что ли? Да, да. Это что, стрим, что ли? О, какой-то робот, ебать. Я охуею. Какой-то робот, ебать. Я в ахуе.
Это я остановил там, блядь. Короче, катрисия в танка. Будешь мелких танчить. Лингрен в ретрика. Будешь просто в свету бить. Или подожди. Да, в свету лучше. Фульдринг в ретрика. А кто тогда танчить будет? Что-то хуйня какая-то, да? Что-то ты хуйню уже морозишь. Надо одного в свету танка. Паладина на короче, это полная залупа. Ну, нужен танк на босса в тьму и в свет. Допустим, Илаша потанчит. Юля во тьме, например. А как? А кто голема будет забирать? Блять, я не могу нахуй это пиздец. Хант проебется и пиздец будет. А в чем проблема паладину танчить тьму? Да паладин может тьму потанчить. Решайте, а то у меня 45 давай минут, попробуем. Я свалю. Паладин тьму будет танчить, и Милаша свет. Короче, блядь, один паладин только остается. Блядь. Это третий. Чё один? Нет, например, Лингрен танчит тьму, мы с Юлей свет. Вы с Рарником во тьму. С Рарником. Если я поставлю Лингрена, он фридомы будет не дотягиваться давать людям. Ну, либо... Так ты будешь давать фридомы с Рарником. С Рарником. Мне надо в свету паладин. Во тьме нахуй не нужен. А здесь оставить бидон? Они не захилят нахуй. Ну, шаманы не захилят, они не хилят волной. Они уронят нахуй все. Короче, в свету я буду с Мизикином. Остальные два друида и бидон. Ты эту хуйню, блядь. Или я сейчас просто выйду, блядь. Ты пиздец, Войт, ну ты выключай. Выключай эту хуйню. Че, хуево звучит, что ли? Да, невозможно слушать. Вон, бери синтека, нахуй. А, подожди, там же где-то Биг Дэм писал, Диси. Пусть заходит на Инсику. Он еще не дома. А, не дома. Или пусть вон синтек на Инсику заходит, хилит. Да, сейчас подождем, и я свалю. Он, тогда там будете еще одного пола искать, нахуй. Все переделаны. На плодине. Кнопки переделаны. А что такое кустом питох? Что это такое, блядь? Это где ты такой нашел? Тебя слышно теперь адекватно? Как в музыкальном шоу, комедии. Теперь нормально? Да. Музыкальный ансамбль имени Войда, блядь. Так, этот... А это что за хуйня я включил? Это тоже какое-то измененное? Не надо ничего включать, пожалуйста. Я что-то нажал, какой-то питон, блядь, хуй пойми. Питон, ты питон, блядь, говоришь. Блядь, у него нахуй один FPS в игре, он, блядь, продолжает что-то на комп качать. Короче, что-то я, блядь, запутался. Он ровист на пусть заходит, но на Вархеле. Кто каски паладин дает? Дайте каски. Да хуй знает. Батурин, дайте каски. А мы как проходили? Мы два хпала, у нас и во тьме был, и в свету был. Ну. На том, когда два хп мы шли. Кто-то из против, дайте каски. Давай, я буду давать каски. Потому что в тьме упадут нахуй. Ну давай заходим. На кого свечить тогда? Мизикинова лема. Будешь, короче. Я хуй знает, нахуй. Синтека. Синтек, ты как по танкам будешь играть в свету? Захилишь? Так, допустим, ты танчишь тьму. Кого-то вытащить надо оттуда. Как? А, нет, один раз там... уронит и будет один раз не пидорас. Там паладин. А я буду в том свету хилить. Короче, Лингрен тьму танчит, и Вилаша свет, Катрисия мелких. Не со в ретрика, мной, да? Со мной хилить. Ну, в ретрика спикаться? Да.
Ты опять питона какого-то включил? Я же говорю, какую-то хуйню нажал, блядь. Там вот это, как она называется, музыкальная вот эта нота исчезла. И какая-то хуйня другая появилась. У тебя этот голос... Включай голос Обэмы. Не надо. Такого нету, нахуй, я не знаю, где это. А что такое тон, громкость голоса, микс какой-то, хуета, блядь? Сейчас вот понаклацает, блядь. Блядь, сейчас мы нахуй поиграем, блядь, в RS 25 гер, блядь. Сейчас будем сидеть и усыкаться, нахуй. Не, ну тон... Да чё за хуйня? Блядь! Выключай, не, блядь. Раз, два. Нормально? Или хуёво? Это пиздец. Я-то не слышу, блядь, как там? Ну ты как будто гелевый шарик в себя нахуй втянул, блядь, и говоришь, брат. Это как пищу, типа, да? Это хуёво, да? Ну, можешь зайти, посмотри, я ссылку кидал, можешь зайти и послушать, как... Оооо! Всё нахуй. Да так что получилось? Это хуйня какая-то, ну типа, я просто эти... Короче, расход нахуй. Все, короче, дед без таблеток, надо расходиться, парни. Не, ну так дерево, или ну как не дерево сейчас, типа, я хуй знаю. Бля. Я там зашел на половину. Пиздец, игрушку ребенка. Робот еще звучал не так уж и плохо. Короче, скажите в DC, как начать. А если начнем? Вот именно. Давай смоним Арсели, хули. Хули давай посмотрим. Чай дебил, да? Типа быкую, что ли, или что? Это вот из серии обезьяны с гранатой, да, я так понимаю? Ну, говори. Типа. Добрался нахуй старый. Вообще, кстати, надо упасть по-хорошему геру скинуть. Войд говорит, вы что, говорит, вы мне шутало видели? Не надо геру. Зачем? Пусть сюда дыханет, или нас не убьет за это. Ну, вообще должно, кстати, за дыханием уметь. Не убивает. Не убивает. А, он сюда вышел. Нормально, ебашьте его нахуй. Я танчу. Ну, бля, Войд, ну хватит. Я вот крутил, выйди, вот так нормально? Вот так. Все, заебись, прими таблетки, давайте уже рейтить. Подожди, а что-то я не то нажал. Ну тут было тон, я хуй знаю. Вот так нормально, да? Да. Да. Ну получше. А до этого что было, я пищал, что ли, или ничего? Нет. Сначала была Масяня, блядь, потом Анонимус. Анонимус это что такое? Это когда голос такой грубый, нихуя непонятный. Ультра низкий просто. А, как у негров, да? Да, нет, как блядь, даже у них такого нет. Бля, господи. Ну такой жесткий, типа, да? Синтек про приор пошутил. Еба, хорош, брат, хорош. Так, Костя, давайте еще раз. Я, короче, MP5 раздавал. Ну, давайте еще раз. Варахель и два друида, наверное. Давайте в тьму, так лучше будет. Я с бидоном свет. Это, ребята, важный баф, короче. Плюс 100 к ДПС. Вот, перед друид-инвалидом и синтеком нажмите на руку. А, это рука. Рука... Давай. Да, это рука этого, блядь. Какие давай. Давай в третьего хила мы Зикин обратно спекайся, короче. И я выкину синтек оттуда. Синтек, твою вот. Мать, блядь. Там они два друида и хипал, а мы здесь два шамана и хипал, короче. Так, Лингрен танчит тьму. Вилаша свет. Катрисия мелких. Потом во тьме, короче, первая пачка. Где эта рука? Там поделите, как он называется? Вот он. Да не нажимай, хуйню придумал. Варианте взять. Да потом, если кто отвалится. Что-то, по-моему, да, наебалово какое-то. И я отвалюсь нахуже.
Короче, во тьму пойдут еще вар. Ну и давай. Кто во тьме там из рок нормально играет? На прошлый раз я там сидел. Синяя, желтая. Ну давай, в LFR пойдешь. И топа. А Седжу с Криптевилом и Хантом вы с Свято остаетесь. Ну, Хант, соответственно, большого на Авилашу. Роги мелких на Катрисию. Ну и все остальные там все знаете. Самое простое, блядь. Этот, во тьме, когда будешь в Орехель там, или кто там будет во тьме нормальный, то не сдохнет от лезвий. Вот на Рарника поставлю метку. Так, кружок это во тьме метка. Звезда пусть на Илаше будет. И квадрат на офтанке маленьких. Все, короче. Давайте готовимся. А мы что, на ап пьем? Вот, вот, нажми на руку, вот слева, слева от тебя. Какую руку? Да, в фласке. Вот, вот, рука, ебать. Вот. Не нажимай. Что это такое? Пожалуйста. Вот, рука, нажми на руку. Рыбный пир не придумал. Где рука? Вот, справа от тебя, справа от тебя. Вот орк, блядь. Это наебка. Это наебка. То же самое, что гальмогаль выпить. А. Это как с пальцем, дерни за палец. Проверка. Все одинаковые. Проверка завершена. Давайте. Дайте фласки. Мы кинуть обмен. А, в натуре фласки, ебать. Тебе трэш ловить. Кому надо сапрот, и у холидринка еще 6 штук осталось. Сейчас я ГБ поставлю. Ты остаешься в свету. Господа, наверное, лучше. Блядь, деньги или банк. Сейчас. Так, Вадикон, у тебя есть там что-то? Ну, во тьме, кто дамажит сапрут, пейте, чтобы вас не разъебало там хилы. 70 СПДшных у меня есть. Ага, ну СПДшникам дай. Сейчас я еще возьму. Ага, спасибо. Так, Лингрен миликам дашь. Ну, милики только, которые в свету. Там, там во тьме бат, Валафар, топа, пейте сапрут. Так, вот Лингрен штук сколько, не знаю. Так, а кто возьму еще раз? 15. Ну, по две пока что потравим. Возьму первая пати. Бат, Валфар и топа из ДДшников. Лингрен там танчит. То есть 7, 7 ДПСеров. Так, Дикон. Сапроты у тебя, да, и эти СПД. Да пускай у тебя будут, если надо будет СПДшником еще. Сейчас еще сапроты. Сапроты СПД у Дикона, если что. По две давай. Бля, я по одному дал. А, ну, ладно, потом еще дадим. Рыба еще раз. Так, кто там из миликов еще? У меня еще одна есть, поэтому... А когда так успели воронок нафармить? Вчера трэш ебашили вместо... Да. На соляре? Понятно. Слава, говорю, воронок дохуя на соляре выпало? Да. Да, там по кругу, кстати, вот этот трэш. Что там, все разобрали или еще кидают обмен? Да, кому все. Еще, кому еще? Баночки, так. Баночки. Они дохуяли синтеку будет. А я еще не брал. Ладно, извини. А можно на этот на СПД? Короче, нету. В свету. В свету. Этот самый бидон, короче, будешь метки диспелить. И держи щит земли на Катрисе. Амейзикин, щит земли держи на Эвилаше. Войт, можешь, пожалуйста, еще раз повторить, кто в свет, кто в тьму? Первая пати. Бат. Валафар и топа это во тьме. Хилы там два друида и Варахель. Остальные в свету. Хилит воит и два шамана. Ну и третья, четвертая пати в свету. Танчит мелких Катрисия, Вилаша босса и большого голема. Все, проверка. Свету кто? Да, минимальная задержка. Свету... Ты во тьме. А, я во тьме все-таки. Ты во тьме. Ты во тьме и с друидом, инвалидом.
и с Варахелем. Вы втроем. А, все, понял. Войт, возьми огонь. Вам не нужна дистрекия. Ну да, так-то. Ну, в тьме же постоянный дамаг идет. Ладно, приготовьтесь, зайдите за линию, даю отчет. Не башите. Да ёба. Ёбаный в рот. Выравнивайте, ставьте. Правее сместились? Ё-моё. Падаем. Всё, падаем нахуй. Заходите в огонь. Ну-ка. А так нормально слышно? Да. Да. Пиздец. Зависла эта ебаная программа. Лёха, спину развернись. Это не пульте там. Не нажимайте на босса. Ничего не делайте. Стойте просто. Смотрите в небо. Пока босс дойдет. До босса дойдет и ваша. И начнет уже его бить. Тогда уже можете бежать к боссу и бить. И тыкать на него мышками. Там, и такое... И так далее, блядь. Стали побежали. О, дайте столик, это рыбы, конечно, заебись. Ну так, чтоб было. Поэтому во время боя захочет похавать. Даст диван кому-нибудь. Столик развернёт. Да. Никого на полу разбыл. Ну, нормально. Ну все нормально было. Давай, чей погнали. Вот до печеньки можете дойти. Только нельзя. Стоп, стоп. Не надо, блять. Экспериментировать, просто пожалуйста. Просто стойте, ничего не делайте. Стойте здесь. Метеор. Там балафар вылетел, мы 24 бьем. Вылетел, ну бьем пока. Фаза, готовимся. Топо убило. Ну
Бац. Равник, ты первый, я второй. Опять так быстро сдиспелил. Опять кого-то дав-то. Если к отвисе отдал. Чё, лезвие первое, да, издохли? Да, печи, да. Нет, Катрисия, навис. Нет, топа сдох до лезвия. На меня диспелили эту хрень, блядь, под ногами прям. По-моему, ты у портала сдох. От чего? Я сейчас босс убил, мне кажется, сорвал. Но... Че, упали? Ты че, хулидринг сдох? Что, лезвие. Что? Догнал лезвие. Они тебя или ты их? Я хуй поймешь. У нас... Сколько уже? Дайте на пул. Че там, срывают? Минус 4. Минус 5 даже. Ну все, падайте. Но мы тестим пока. Минус падайте, 6. Падайте, заходите. Печеньку падайте. Не видите? Там печенька есть, которая не сдохла от лезвий. Ну и по меткам, напомню, там есть метки. Первая до лезвий. Назад просто выносите 90 градусов. Прям за спину. За свою спину. Потом вторая появляется метка и сразу активируется лезвие. И ее надо нести между двумя шариками. Да, еще не сводился, там не все умерли, не покидайте тело, пока босс не исчезнет. Все, сводился. Встали, побежали. Хорошая фраза, да? Там, когда в тьму идеально заходите, подходит. Если на пульщике, если какой-то бурс, не знаю, либо на пул давайте во тьме. Ну. Я вообще не понял, почему я умер. Я зашел через секунды 4 после того, как все уж туда начали заходить. Почему он на меня сорвал? Агро сорвали. Да, агро сорвали. Как первая атака, я по нему сорвал агро, когда уже остальные начали бить. Не-не. Там смотри, вот Вилаша заходит. А с какой тогда мне зачет сейчас кинул? Я объясняю. Вилаша заходит с ромбика. Там лицо рыба босса. Там лицо босса находится. Я зашел с треугольника. Он зашел нормально, босс я развернулся, и он сдох. Тюкнул его разочек. А, либо кто-то таунтом мискликнул, либо еще что-то. Не, если бы таунтом, то убил. Не знаю, я зашел... Да у топа нету таунта, а чё? Сразу таунт, и он был на мне. Я ж не говорю, что тут что типа топ от затаунтил. Развернулся, просто тюк, и на меня опять. Я говорю, он бы убил бы того, кто затаунтил. Ну да. Можно. Ладно, хуй с ним. Допустим, это не раскрытое преступление. А я знаю почему. Вы уже 5 секунд не можете подождать. Так, 3-5 секунд ждете. Да дело, что я подожду. Нет, зайти-то это ладно, не бить сразу, как зашел. Так. Посмотреть на Омен, допустим, сколько агро. Призван во тьме будешь, призван Сумунча. Два мага умирают, а что, не видите лезвие? Жри рыбу тогда. Чтобы не сдохнуть, надо стоять в кружке от лезвий. Хосты 900, не знаю, не помню. Призан, услышал, ты во тьме будешь. Так. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Печень, видите?
Катрисия, синтека. Там, ладно, не ресы. ПС не хватит, мне кажется. Хотя, может и хватит. Ой, блядь, пробовать нет. Ой, Катрисия, синтека. Пизан в твалку и занёшь. А синтек, Закхан. Все, ладно. Ничего не резать, падайте. В лужу заходите. Синтек, и кто там, Призан, и Закхан, что, лаганули или что у вас такое? Не, я когда выносил дебаф, ну, метку на тапках, я думал, когда вынес, думал, обратно успею перебежать, а... Не перебежал. Да, не перебежал. Падение метеора 83 тысячи, Призан, Синтек. Падение метеора 77 761, 13 827 сопрот. Закханыч. Падение метеора 85 701. 15 239 сопрот. Это говорит о том, что когда ты побежал, тебя здесь спалили метку, ты побежал прямо через кружок, который радиусом 10 метров, в который падает метеор. В этом кружке наносится урон 100 тысяч. Это, ну так, чисто, ну, может, никто-то не знал, хуй знает. Лезвия, если что, бьют 30 тысяч урона за 0,25 секунды. То есть за секунду они наносят 100 тысяч урона. Чтобы тоже было понимание, что это такое. А еще про шарики напомню. Вот если у каждого дерева шарик, то там метров 15 вокруг. Пульсирующая хуйня, то есть пульсирует этот шарик 15 метров, к нему нельзя подходить. Только во время лезвия он пульсирует. Лезвие 10 секунд, 20 нету их. 10 есть, 20 нету. Поэтому смотрите, куда вы бегаете. Кто затянет. Да, шотнет. Метка первая, вот назад несешь и обходишь за хвостом босса. Бежали метеор. Так просто назад. Прибегаем. Фаза пошла. На пол КД не вливайтесь быстро. Ебать. Да блин. Что-то он развернулся так. Если сдвинулся, постарайся вернуться. Что поставил?
Подкручиваю. Сейчас подкручу его чуть-чуть и пододвину. Ой, я себе чуть-чуть. Крутимся. Синтека, резай, Патрисия. Где вон лужа лежит? Бля. Бля, пиздец. Это что? Не резай, не резай уже. Лез. Не резай. Там босс бегал. Падай. Лезы. Заходите, падайте. Что это, лезвие рейд порезало? Да. Оно прям в рейде появилось. Ну не в рейде было. Оно нормально появилось? Оно нормально появилось. Это вы что-то не хотите смотреть на них. Я сказал, мне, крутимся, блядь, потихоньку, откинуло, лезвие. Блядь, я же предупреждаю, ребят. Рарник сдох, нет? Нет. Сдох, я сдох, я. Там он с середины ушел, его надо было прокрутить и выдвинуть в центр. Да, я его и поставил было прямо. Четко по центру смотреть. Он его прокрутил и вывел в центр. Все, и держал так, чтобы сбоку вы ровно, если бы стояли, лезвия вас вообще не трогали. Не а знаю, я успел. По какой причине? Ну там, потому что метка, он на метку ее вывел и на метке ну, отравнял на центр. Вы не смотрите вообще за игрой? Нет, это я понял. Я говорю, почему, по какой причине он изначально повернулся-то? Не знаю, я зашел после того, как его развернули. Ну, такое бывает, да, когда либо в момент с танком заходят, и босс, он таргет, ну, идет на ближайшего человека. Я потерял таргет, ну, чуть-чуть. Там надо, ну, значит, сразу. Может подождать чуть-чуть? Пару секунд еще. Пусть сразу... Ингрен скажет, что это. Сразу спамить поймал. Дамажащие способности в босса, там даже там не надо. Самое главное, вот ты с ромбика заходишь, тыкнул, шаг назад сделал, и он на тебя повернулся, и все. И он... Главное, чтобы он на месте остался, никуда не ходил. Чтобы быстренько зашел. Этот. Там еще когда будет 53%, скажите, чтобы в свету готовились встречать этого пидора. И шаманы два, не забудьте в свет потом выйти ко мне. Или один кто-то с вас, оставайтесь мейзиком, допустим. А бидон не забудьте выйти потом на третью фазу. А синтек как сдох, чё вы, ну почему? Хвостом вроде откинул. Хвостом не откидывает, а станет. Ну у меня это откинуло прям в лужу, прям в центр лужи, вообще не как. Тебя не откинуло, ты скорее всего стоял ближе к луже и тебя засосала лужа. Да, там шаман долго выходил, долго-долго держал. Его. Не надо стоять рядом с теми, кто выносит метку. Не, он метку не выносил, он ее держал. Потом не он... выходил долго. Да-да. Не надо, синтек, стоять рядом с теми, кто выносит метку. Блядь, не стоял с ним рядом. Да-да, блядь, я тебе верю, я нахуй. Не в скобочках я нет. Не похуй. Давай, чек. Стой поближе к рейду, а то тебя будут засасывать по КД, и ты будешь думать, что босс откидывает хвостом, а он столько станет на 2 секунды.
Дальше, дальше бежим. Прям под боссом. Падаем. Да, его под босса разведю. Как он по боссу? Вот нечего наперед бежать. Потому что рано побежали. Не, там под боссом стоял. Там кто-то стоял. А, кто-то там стоял? Мне кажется, просто все рано ломанулись, нет? Нет, там кто-то... Не, он его прям по боссу разлили. Кто-то стоял. Там кто-то стоял прям под пузом у него. Рано побежали. Не, я когда побежал, я смотрю, она уже под пузом. Я сразу, блин, канулся оттуда. Не, я не видел. Кто стоял под боссом плюс Анити? Не дождешься. Если я по видео узнаю, кто это был, будет 500 гп. Или сейчас плюс уйти на 50 гп, или будет потом 500. Да там рано побежали, можем всем закинуть, кто раньше бежал по 500 гп, вообще будет четко. Стоять надо за красным кружком босса. Босс этот говорит слово «небеса в огне», это значит уже над кем-то, над головой появился шар. Он падает 7 секунд до пола. У меня вылетело, я перезахожу. Там же охуевшая метка появляется на полу. Размером с дракона примерно. Метка через секунду появляется после того, как босс скажет «небеса в огне». То есть примерно там в конце фразы. Там есть время убежать. Метка должна за кружком босса появиться, и тогда люди должны побежать. Короче, те, кто бегают наперед, прекращайте это делать. Ждите, когда он скажет «небеса в огне», еще секунду, и потом только начинайте надо бежать. Ждать метку, толку сразу бежать. Она же может и в танка упасть, как бы, а вы уже все под пузом будете. Да, если что, в танка не забывай, поворачиваешь лицо босса там, где стоял рейд, а рейд уходит там, где был хвост. Чтобы с другой стороны голем был. Уебанские тайминги у босса, блять, у этого. Равник тут, не? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ходите. О, опять. Вставалку юзай. Синтек, друиды, инвалиды, реснишь. Дошел. Подкручивать сейчас буду. Что убило хули дринка? Там хуй путь.
дыхание. Рис я могу трясти. Скажите, когда там лезвия пройдут. Пока стой. Там через лезвие. Лезвие, крутимся. Призм, свалка есть? Бля, перевели под лезвие. Лезвие, крутимся. Все, с хвоста заходите. Справа, справа. Вот сзади, сзади. Со звезды, со звезды. Пиздец, нахуй. Да падайте. Не убейте вы его. Падайте, не падайте. Убейте. Не заходи, Мейзикин, туда. Стой тут. Чтобы был человек, который здесь диспелит. Вы не заходите, пока еще бой. Заходите. Не заходи, не заходи, стой со мной, там 4 хила захилит. Ты тут стой и страхуй. Щит, щит держи на этом, на вилаше. Замену бери. Все, ты уходишь, да? Давайте, удачи. Угу. У нас есть ретрик 264. Короти. Ряньте, бери. Вон, я. Ну, нам паладины не нужны, да? Да. 25 там... секунд, КД, Длань Свобода, в принципе. Хэпал и... Хэпал и рарник. Варахель и рарник. Mm-hmm. Да, по очереди. Выхода нету. Мызикин, не заходишь. Бидон зайдешь, там цепухи похилишь пару раз. И потом выйдешь на третью фазу, не забывай. Эрбу ставил, нет? Нет. Рыба. Это говорят из-за того, что лут не ставишь, вайбы происходят. Да я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Жаль.
побежали. Зашел. Крутимся. Быстрее, чуть-чуть, бегите. Скажите, как переходка будет? Ой, дорвет. Пятьдесят 4%. 53%. Готовимся, готовимся. Здесь, блядь, надеюсь, портал. Вкручиваемся. Под лицо, не иди, под лицо зачем? Это что? Это вы подохли все, да? Подаем. Это вайп. Вы что это было? Выходили? Нет. Нет, это дыхание боком. Либо посередине между лезвиями. Дыхание боком, наверное, было, да? Нет. А что было-то? Они под лицо заходят туда, вперед идут. Зачем? Мы были между этими двумя, стояли. Там, когда Лингер не оттанчил, короче, единственный способ, чтобы челики по одному, по два не дохли. Не, ну сейчас 10 человек упало. Там он вот, медленно поворачивал сейчас. Когда смотришь на этот, как он называется. Тут нужно и тем нужно действовать так, чтобы дыхание вот это 120 градусов конус не ставить. 120 градусов это с каждой стороны на 10 градусов больше, чем... Нет, ничего не включал. Че, с ума сошел? У тебя голос из-за этой проги шипит, блять. Раньше такого не было. Врубай нахуй. А я вроде бы... Может он включился? Ну-ка. А как? А, вот сейчас нормально? Ну, сразу детский голос стал. Да, сразу нормально все. Не, я не включал. А, может он сам еще включил? Я ставлю Халеона так, чтобы их лезвиями не порезало. А то, что они, блядь, под морду забегают ближе, это как бы, ну, не моя вина. Это нас догоняло лезвие уже. Вас не догоняло лезвие, там все нормально. Я же говорю, мы посередине я стояли вообще. Посередине. Вы под босса и... залазите. Вы под босса, конечно, лезете, блядь. Вы когда вы бьете, вот отходите от него, раз у вас эта билка загорается красной, что вы не можете ударить, на этом расстоянии бейте. На максимум чуть-чуть один шаг. Да и так на максимум бьем. Короче, это я объясню один раз. Вот смотрите, чтобы такого не было, нужно две вещи. Вот я когда смотрю на Халеона, на его лицо, если у тебя морда Халеона, и ты смотришь вот этот во время лезвия крестик, да, он делит Халеона, если тебе кажется, что его вот кружок красный, не обязательно кружок, ну или даже по кружку можно посмотреть, ну, по морде. Я могу ближе к левому держаться, чтобы нет, они нет, там смотри, хвостик. Смотри, если ты смотришь на морду Халеона, и тебе кажется, что его морда торчит в том секторе, который ты водишь, немножко мало, сразу прям без раздумий протяни его на себя. Только во время дыхания он не пойдет, так что смотри осторожно там. Вот, вот мы два раза упали на вот этих вот лезвиях, когда выходить надо. Мне кажется, проще всем миликам перестать подождать, бить, потому что подождать. Мы выходим. Все равно не надо ДПСить, чтобы все ровно было.
Пусть да. отойдут от босса и ждут, пока выйдут РДДшники. Да, а это второе, что надо сделать. Это надо во время каждого дыхания отходить от босса. Вот прям, вот вы стоите, вот так бьете, да, вот здесь надо вот так прыжок делать назад и смотреть. Дыхание прошло, все, дальше бьешь. Секунду потеряете, один ГКД потеряете, вы не сдохнете. Так, рыба была. Да я что-то. Сейчас, короче, больше в левую часть буду проводить, так что. За огнем останетесь, за Ханыч. Вот забегать лучше с печеньки. Я что давал, что? Еще раз давайте. Ты если сейчас сильно уведешь его, мы в портал не попадем, который на лезвие вылетает. А вы так и так не попадаете. Ну как это, я что два происходит? Раза спокойно вышел. Юля, пуляй. Что-то напрыгнул. Да если нормально среагировать, то выходишь. Ну ты как да. бы ждешь лезвие просто и подходишь к порталу, он появляется, ты выходишь. А, все. Что-то нет. Ну, триксы кончились, нахуй. А, блядь. Да я припод. Я припод проебал. Да похуй на припод. Это самый, один хуй падаем. Этот самый. У меня мут, нахуй, я не увидел. У меня вон желтым написано. Мут 5 минут. Давай я голосом скажу тогда. Раз, два, три. Поехали. Я думаю, нет, да похуй. Не может 15 секунд. Там все равно трэш картонный не пошотает. Потом жалуемся, блядь, посылается. Трэш отводите, видите, он растет, или это хуево видно? Очки что надо, я не понимаю. Бидон вынес? Нет. Бидон, как дела у тебя? Уже 3 километра в радиусе будет. Че, нормально дела у тебя? Хули ты в ней стоишь? Алло, блядь, бич. Беги, блядь, и хилься, нахуй. Сейчас на тебя мобы пойдут. Посыпались нахуй как бичи, блядь. Вставал? Ну. Я поздравляю, хули. Давай падаем нахуй надо. Заходим в тьму, умираем спиной к боссу. Мизикин. И кто еще был? Сука. Синтек. Так, сейчас посмотрим, что они сдохли. Синтек. Синтека в лужу затянул или что, или залагал он что ли? Синтек, ты повис. Он пишет, что он повис. Он постепенно умер. В лужу затянуло, мы что, в тьму не зашли. Вот такое ощущение было. Пиддона, Мэйзикин что сделал? Значит, залагал, я говорю. А. Походу, в пивную лужу затянуло. Мэйзикин метеор. Словил. Ну, на ГП начисляется бидону Мэзики, но в чат не пишется еще 2 минуты будет. Вы не обольщайтесь, да, все снимется. На... Все накинется. Синтек, ты тут? Я тут. Как сдох, ты видел? Ну. Еще один. У меня, типа, блядь, бетон там урон лутал, я его хилил, потом у меня повисло, я вижу, что уже, блядь, метеор падает. Я побежал назад, потом понимаю, что я выбежал под лицо, блядь, решаю обойти через, блядь, лужу и в итоге умираю от духа. Ты лагаешь или чё? Ну да, у меня был такой момент. Ну, тебе трать дальше или чё делаем? Ну, если есть кто с замены, ты можешь замену кого-то взять. Бидон, будешь во тьме до конца хилить. Мэзикин, к нам с тобой добавляется ДЦшник. Он будет со мной оставаться, а ты заходи в тьму, потом на третью будешь выходить. Синтек, иди пощиль. Ладно.
Рахель 5-10 минут говорит АФК, срочно. Получается, синтек не идичий, да? Я уже съебал. Я не знаю. Да, бэму смотреть, хули. Хули еще делать, нахуй. Ты меня в кайфу.